Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре посылка из крымского питомника «Саженцы Крыма». Вот такая интересная упаковочка к нам пришла. Посылка до Кировской области из Крыма где-то 7 дней. Отправитель Темченко Игорь. Я в основном заказала самшиты, потому что самшиты мне нужны. Самшиты я хотела бы сделать живую изгородь. Поэтому давайте будем вместе вскрывать, смотреть. Вообще отзывы по интернету абсолютно противоречивые. Половина людей пишет либо очень негативные отзывы, половина либо очень хорошие. Поэтому заказала на свой страх и риск. Давайте будем вместе смотреть. Заказала я самшиты. В нашем городе по весне либо их вообще не привозят, бывают такие года, а если уж и привозят, то они стоят очень дорого. Небольшие самшиты в этом году в горшочке R9, я, по-моему, смотрела, были по 800 рублей. Здесь самшиты я заказала по цене 120 рублей, поэтому, честно говоря, волнуюсь. Сама не знаю, что решила, но, тем не менее, давайте будем вместе. О, вот вижу уже зеленые, уже хорошо. Так, смотрите. Так, сейчас я достану. О, вот такие самшиты. Тяжеленькая посылка, наверное. Килограмма 3. Ну, в принципе, уже радуют. Самшитики зелененькие, красивенькие. Высоту. Ну, давайте сейчас раскроем вместе, посмотрим. Высоту померяем. Посмотрим корневую. Самшит обошелся где-то 120 рублей за саженец. Упаковано хорошо. Ну, в принципе, живые, да? Да, отлично выглядит. Сыро. Чувствую, что вот видите, сразу испачкалась. Здоровые все. Здоровые, листья, не пересушены. Смотрите. Вся испачкалась. Ну, давайте покажу. Вот самшиты. Так, корневая вся сырая. Все смочено, ничего не пересохло. Все связано. В принципе, для 120 рублей я считаю, что это вообще очень шикарно. С учетом того, что в нашем городе саженец гораздо меньше продавался по весне рублей по 800. Да. Так, первый саженец. Ну, конечно, мне, когда я перезванивала, обещали, что это было 30-50 сантиметров, но тут немножечко поменьше. Но, тем не менее, претензий у меня нет, потому что саженец живой. Тут у меня должно быть 20 саженцев. Давайте вместе посчитаем, посмотрим. Ну, размеры саженцев разные, да. То есть вот этот побольше, сразу уже видно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. И еще эта кучка. 11. 2 или 1? 2, один слабенький. Так, 11 это не буду считать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23. Ну, ну что? 24. Наверное, 24. Может быть, это растет. Ну, в принципе, я довольна саженцами. Я тоже довольна. Для 120 рублей это вообще шикарно. Конечно, я вся испачкалась, все вокруг испачкала, но смотрите, корневая. Вся беленькая. Беленькая, чистая. Не подгнившая. Саженец разный размер, есть большие, высокие. Вот, конечно, я вырежу, обработаю их все. Но, тем не менее, для 120 рублей отличный саженец. Личный мой отзыв этому питомнику крымскому я ставлю твердую пятерку. Выслали немножечко побольше. Саженец разный, но, видимо, за счет этого побольше-то и выслали. Меня устроило качество посадочного материала. Буду рассматривать... На весну заказ плодовых, возможно, ягодных.
Если у вас есть какие-то вопросы по этому питомнику, если вам нужен адрес сайта, телефон, пишите, я вам отвечу в личное сообщение. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Весной мы будем все высаживать. Это я все прикопаю, потому что у нас уже прохладно. Как будет расти, как перезимует, я тоже буду рассказывать. Поэтому подписывайтесь, будет много полезной и хорошей информации. Всем пока. Всем пока. До новых встреч.